Всем привет! Продолжаем путешествовать по Петербургу, моему городу, смотреть на дома, узнавать, кто в этих домах жил. Добролюбова 3. Архитекторы Ильин, Балбашевск. Год постройки 1904-1906. Стиль модерн. Я пользуюсь сайтом City Walls. Доходный дом Катеринич. 904-1906. Гражданский инженер Ильин Лев Александрович, проект фасада. И военный инженер Балбашевский Иван Леонардович. Дом построен в начале 20 века, а именно в этот период Александровский проспект застраивался большими доходными домами. Доходный дом номер 3 строился с 1904 по 1906 военным инженером Иваном Леонардовичем Балбашевским для жены коллежского асессора Катеринич. Автор проекта лицевого фасада дома архитектор Лев Александрович Ильин, в будущем первый директор музея города в 1918 году. И первый главный архитектор Ленинграда в 1925-1938 годах. На стене дома зодчие поместили стилизованные розы. Его фасад, сочетающий мотивы эклектики и раннего модерна. Стиль фасадов здания корректнее определить как эклектика с использованием мотивов французского барокко и модерна, так написано на сайте City Walls. При строительстве дом принадлежал Софье Дмитриевне Катеринич. Софья Дмитриевна Катеринич – домовладелица, жена потомственного дворянина, коллежского асессора в отставке Владимира Васильевича Катеринича, служившего до 1907 года в Государственном дворянском земельном банке. Супруги занимали просторную квартиру номер 8, окна которой выходили на проспект и во внутренний двор. На первом этаже правого дворового флигеля располагалась конюшня на 4 стойла, 2 каретных сарая и кучерская в 2 комнаты. Все это принадлежало хозяйке дома. Остальные квартиры сдавались в наем. В квартире 15 с 1917 жил и в 1925 году умер Вячеслав Гаврилович Каратыгин, работавший в театре Комиссаржевский, профессор Института истории искусств. Его прах покоится в некрополе Александра Невского Лавры, музыкальный критик, композитор, профессор Ленинградской консерватории. С 1921 года сотрудник Института истории искусств. С 1924 председатель общества «Кружок друзей камерной музыки». Каратыгин внес огромный вклад в развитие музыкальной культуры России. Его литературное наследие насчитывает более 1000 названий. На последнем этаже правого дворового флигеля собирались деятели культуры и искусств. Комиссаржевская, Шаляпин, Прокофьев, музыканты Нурок, Нувель. Семья Каратыгинах была дружна с Горьким и семейством Рей. В квартире 13 проживал Мясников, директор Санкт-Петербургского драматического кружка имени Гоголя, а затем инспектор страхового товарищества «Сталамандра». В шестой квартире в 1928 году поселился архитектор, главный архитектор Кировского района Мочалов. В квартире номер 1 жил скульптор Ланец. 1990-е годы. В этом доме с 1906 по 1908 жил архитектор Эрих Александрович Густавсон. Вот такая информация по дому номер 3, проспект Добролюбова. Данные сайта City Walls. Пока-пока, до свидания.